форумы проходят не только в России, но также проходят и в Италии, и в Скандинавии зимой. У нас сегодня в гостях наш партнер по Италии Марио Падуана. Давайте его поприветствуем. Он не просто так приехал. Победители нашего форума получат сертификаты на поездку этим летом в Италию. И Марио приехал тоже отсмотреть тех ребят и те коллективы, которые было бы здорово показать в Италии. У нас также есть наш партнер и постоянный член жюри наших конкурсов, это Александра Сережникова. Видите, она какая высокая, потому что это Белоруссия. А видите, какой Марио маленький, потому что это Италия. Да, вот, к сожалению, скандинавы еще не приехали. Они были бы примерно по фактуре, как я, а ростом, как Саша. Они такие, знаете, крепкие ребята все. Вот. Но, тем не менее, те, кто приехали, очень приятно, что вы пришли. И я вижу некоторых, кто впервые здесь появился. А здесь также я вижу тех, которые постоянные участники. И мы, собственно говоря, начинаем наш концерт открытия. Обычно он состоит из номеров, которые являются лауреатами предыдущих форумов. У нас сейчас идет 16-й форум. Несмотря на такую многочисленность зала, мы все-таки столько лет уже работаем и очень давно работаем с Ватутинками. И здесь сидит замечательный просто наш друг и помощник, это Игорь. Да, старейший, можно сказать, мне кажется, основание Ватутинок здесь работающий, да, Игорь? Уже много-много лет, да. И тем не менее, ребята готовились, приехали, мы начинаем наш концерт, я передаю микрофон нашим ведущим. И я желаю вам успехов в конкурсных программах, тех, кто участвует в конкурсных программах. Еще раз для всех, у нас зарегистрировано по всем номинациям более 240 человек. Ну, сколько есть сегодня? Все равно приятно, спасибо.